Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 113, упражнение номер 239. Прочитайте. Освободить. Освободил. Освободила. Освободила. Освободили. Обидеть. Обидел. Обидела. Обидела. Обидели. Скажите, от основы какой формы глагола и с помощью какого суффикса и окончания образована каждая форма прошедшего времени? Каждая форма прошедшего времени образована от основы неопределенной формы глагола с помощью суффикса «л». Сравните написание букв перед суффиксами «т» и «л» в данных глагольных формах. Давайте посмотрим. Перед суффиксом «т» и перед суффиксом «л» тоже пишется «и». Перед суффиксом «т» «е» и перед суффиксом «л» также пишется «е». Мы можем сделать вывод, что написание букв перед суффиксами «т» и «л» в данных глагольных формах одинаково. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.